Привет, с вами Apple Exposure. Наверное, вы уже слышали о том, что 16 октября произойдет презентация от компании Apple, на которой, по всей видимости, нам покажут новые iPad Air, новые iPad Mini и iMac с Retina дисплеем. Более того, возможно, мы увидим новые iPod, и также 100% мы увидим релиз OS X 1010 Yosemite, а также релизную версию iOS 8.1. Поэтому, по-любому, вечер будет очень классный, и поэтому я решил провести лайв-трансляцию. Это будет первая лайв-трансляция на моем канале, и буду вести я ее не один, а с магазином iPhone Center и сервисом ProService. Мы будем вести у них в офисе, и будет классное качество. Более того, мы сделаем много розыгрышей, которые вам понравятся, и постараемся как более сделать интересную презентацию, чем у всех остальных, потому что у нас есть человек, который разбирается в продажах iPhone, который скажет нам о том, сколько примерно будет стоить iPad Air в наших странах. У нас есть человек, который разбирается в том, как разобрать iPhone и iPad, и он нам расскажет о том, какие проблемы могут возникнуть при использовании нового iPad. И также мы все так или иначе разбираемся в компании Apple и можем вести офигенную презентацию. В общем, я думаю, вы поняли, что будет достаточно интересно, поэтому переходите по ссылке в описании, там будет ссылка на лайв-трансляцию. Жду вас 16 октября, начинаем мы в 19.00 по украинскому времени или в 20.00 по московскому, а сама презентация начинается в 21.00 по московскому и в 20.00 по киевскому времени. В общем, жду вас, будет интересно, будут розыгрыши, и в общем, увидимся позже, забивайте в календаре эту дату, приходите к нам на лайв, жду вас всех, опять же, ссылка в описании, подписывайтесь на канал, всем пока!